Владимир Путин перешел на удаленную работу. Глава государства даже в разгар эпидемии старается вести привычный образ жизни, не отменяя личных встреч и визитов. Но после посещения клиники в Коммунарке, где сегодня идет интенсивное лечение больных коронавирусом, Владимир Путин был вынужден перейти на удаленную работу. Так Владимир Владимирович в ходе посещения медицинского учреждения контактировал с главным врачом Денисом Проценко, который, как стало известно, подхватил коронавирус. Все, кто вместе с президентом был в Коммунарке, ежедневно тестируются на коронавирус. Мы принимаем все меры предосторожности. Показательных мер президент не принимает, он принимает меры действенные, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В планах Владимира Владимировича конференция с членами правительства. Совещание пройдет в онлайн-режиме. Вы сами видите, что президент предпочитает в эти дни делать все дистанционно. Удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента, добавил Песков. А что вы думаете об этом? Пишите ваши комментарии под видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!